Ромашевич, спасибо, что приняли приглашение, приехали с таким коротким и содержательным, я бы сказал, визитом рабочим. Мы, как и договорились, будем готовиться к нашей следующей встрече в конце марта уже в Кыргызстане. И обязательно продолжим наш диалог и по вопросам экономического взаимодействия, по нашим совместным усилиям по укреплению Евразес. Здесь есть над чем работать. Мы с вами только что говорили о наших усилиях по защите общего таможенного контура. Здесь Россия сделала все для того, чтобы оказать Кыргызстану необходимую поддержку. Будем обсуждать, безусловно, дальше работу в сфере военного строительства, военного взаимодействия. В сфере ВПК надо, конечно, посмотреть для того, чтобы загрузить ваше предприятие. Ну и, разумеется, по вопросам миграционной политики. Мы понимаем, насколько чувствительно для Кыргызстана. И есть некоторые другие вопросы, которые вы сегодня поставили для совместного обсуждения, для совместной работы на ближайшее будущее. Вот предстоящие полтора месяца наши коллеги поработают, а на встрече в Кыргызстане в конце марта мы, надеюсь, финализируем все вопросы, которые были вами сегодня поставлены. Да, спасибо большое за такую возможность встретиться с вами, обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. И мы с нетерпением кыргызстанцы ждут ваш визит в Кыргызстан, государственный визит. Для нас это очень важное политическое событие. И мы всегда рады вам, когда вы приезжаете в Кыргызстан. И когда мы с вами встречаемся, решается очень много вопросов двустороннего нашего сотрудничества. И мы признательны вам, что вы всегда практически поддерживаете все вопросы двустороннего, многостороннего сотрудничества, которое между нами есть. Очень высоко ценим нашу историческую дружбу, которая она укрепилась веками, наша дружба. Мы это высоко ценим. И мы вас с нетерпением ждем в Кыргызстане. Спасибо большое. Спасибо. Вам большое. Спасибо большое.